Меры по улучшению экологической ситуации на Байкале обсуждали сегодня на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Одна из них – ликвидация отходов байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который стоит на берегу озера. На эти цели в ближайшие 3 года будет направлено 4,5 миллиарда рублей. Также на заседании была утверждена стратегия развития лесопромышленного комплекса. В стратегии закладываются механизмы по созданию современной высокотехнологичной лесной промышленности. Нужно ориентироваться на глубокую переработку древесины, чтобы на внутренний рынок, на экспорт поступали мебель и картон, бумага и строительные материалы, химические продукты на основе лесохимии, а не просто круглый лес, как это у нас очень часто происходит. Конечно, потребуется время, в том числе для привлечения инвестиций. Но в целом к 30-му году в соответствии со стратегией должна возникнуть даже не одна, а целая группа конкурентоспособных отраслей.